Настало время платить налоги и, согласно девизам, спать спокойно. Сроки уплаты налогов истекают. Налог на имущество следует заплатить не позднее 1 ноября. Транспортные и земельные налоги в округе до 15 ноября. По Борисоглебскому и Кавардинскому сельским поселениям не позднее 10 ноября. В связи с этим Муромская налоговая инспекция участвует во всероссийской акции. Все граждане, которые не получили на сегодняшний день налоговедомление на уплату этих налогов, также если есть какие-то вопросы неясные, могут обратиться к нам в эти дни. Мы ждем вас, рады будем вас видеть и вам помочь. Кроме того, жители округа и района на дни открытых дверей могут ознакомиться с действующими электронными сервисами, а по желанию подключиться и к онлайн-сервису «Личный кабинет налогоплательщика». Это один из самых востребованных сервисов на сегодняшний день, говорит начальник отдела работы с налогоплательщиками Ирина Алясова. Он предоставляет ряд ценных возможностей. Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» позволит физическим лицам узнать о своих объектах собственности, которые числятся в нашей базе, конкретно дома, квартиры, транспорт, как он числится, и земельная собственность, и на что начисляются как бы налоги. Далее, можно в этом сервисе узнать сумму задолженности по налогам, по истекшим периодам, распечатать квитанции на уплату налогов в текущем периоде. Данный сервис позволяет оплачивать налоги и задолженность по налоговым платежам через Сбербанк онлайн. Поэтому я настоятельно рекомендую всем налогоплательщикам, которые пользуются интернетом, найти время подойти к нам в налоговый орган и подключиться к данному сервису. Так что, если у вас есть квартира, дом, земля и автомобиль, то двери в налоговой инспекции открыты в эти дни для вас. Налогоплательщиков ждут завтра с 9 до 18 часов по адресу Свердлова, 33. Налоговая инспекция убедительно просит выполнить установленную законом обязанность и уплатить налоги в срок. Регина Рукавишникова, Александр Барсуков, Новости 24, Муром.